Итак, друзья, сегодняшняя программа будет посвящена формированию вашей ауры первого уровня. В этой программе будут задействованы частоты природного синтеза, космического синтеза и матричного синтеза. Эти энергии прокачают вашу ауру сверху, снизу и прокачают все опоясывающие каналы и наполнят вашу ауру мощной энергией. Сейчас будут использованы следующие частоты. Первое – это пирамида Шивы. Это энергия, которая идет сверху. Следующая энергия будет Сейт Лотос. Эта энергия будет идти снизу. Далее, где-то через минут 10, работая этими двумя частотами, оппозитными потоками, следует зажать копчик, выпрямить позвоночник, и будет очень мощная проработка вашего позвоночного столба. Можно заглянуть внутрь себя, увидеть свой позвоночник. При зажатом копчике энергия будет опускаться вначале сверху вниз, заполняя позвоночник. Вы можете увидеть, как он сияет у вас. И дальше будет использована частота, которая будет обвиваться вокруг позвоночника, открывая три канала, которые находятся в позвоночном столбе. Это нейтральный канал, солнечный канал и лунный канал. К слову сказать, на пересечении этих каналов и находится чакра. После того, как мы прокачаем позвоночный столб, прокачаем ауру, следующая наша программа будет посвящена запуску чакры. Итак, мы начинаем формировать ауру первого уровня. Мысленно представляете, настраивайтесь на меня, представляете, что сверху идет энергия, потом снизу идет энергия, потом еще зажимаем копчик и наполняем полностью позвоночный столб. Вот такая работа по формированию ауры у нас сегодня с вами будет. Но перед этим я открою частоты, которые просто почистят вас от любого негатива. Итак, мы начинаем.
Thank you.
понравился сеанс, вы можете обратиться ко мне лично для того, чтобы записаться на обучение. Также у нас в школе сейчас проводится тренинг по обучению мощнейшей целительско-магической системе Космо-Бета. Этот тренинг предполагает: первое — это чистка, второе — подготовка ауры первого уровня, запуск чакр, формирование ауры второго уровня, построение защиты и после этого непосредственно работа с целительскими, магическими энергиями и другими развивающими техниками. Благодарю за внимание. До свидания.